Добрый день! В начале осени, когда погода за окном становится по-осеннему прохладной, а сезон отопления в квартирах и офисах еще не начался, электрические обогреватели станут прекрасными помощниками для создания комфортной и теплой атмосферы. Торговая марка Timberg, один из лидеров по поставкам бытовых обогревателей в России и СНГ, предлагает своим покупателям и партнерам прекрасный ассортимент тепловой техники для решения любых проблем с отоплением. Сегодня мы бы хотели вам рассказать о приборах, которые, как никакие другие, позволяют создать тепло и уют вокруг нас быстро и при минимальных финансовых затратах – электрических тепловентиляторах. Модель, о которой хочется рассказать в первую очередь, это настольный тепловентилятор Timberg модели T05UFX. Первое, что приковывает к себе внимание при взгляде на прибор, это его потрясающая компактность и необычный дизайн корпуса. Корпус тепловентилятора выполнен в сферической форме, что нетрадиционно для этой группы приборов, из белоснежного пластика высочайшего качества. Вокруг воздуховыводящей решетки находится контрастная вставка из серого пластика, а сама решетка перфорирована мелкими круглыми отверстиями и покрашена в цвет корпуса. Но несмотря на размеры этого малыша, его производительность позволит согреть небольшое помещение до 8 квадратных метров. А также он идеально подойдет для локального обогрева, например, рабочей зоны. Благодаря надежному металлокерамическому нагревательному элементу прибор прослужит вам долго и будет нагреваться практически мгновенно, всего за полминуты. И при этом абсолютно безаварийно. В случае перегрева сработает специальный датчик, и нагрев прекратится. Если же вам необходимо обогреть помещение большей площади, то для этого прекрасно подойдет еще одна горячая новинка от Timberg – модель S10MMS. Тепловентилятор выполнен в классическом дизайне из прочного, термостойкого белоснежного пластика с ярким выключателем контрастного цвета. Спиральный нагревательный элемент мощностью 1000 Вт способен моментально выйти на заданную мощность, а вентилятор со специальной формой крыльчатки выдает равномерный, мощный воздушный поток. При необходимости вы можете выбрать экономичный режим работы тепловентилятора в половину от максимальной мощности. Конечно, инженеры Timberg позаботились и о безопасности. S10MMS оснащен датчиком защиты от перегрева. Этот прибор легко обогреет помещение площади до 18 квадратных метров. Еще одна модель в нашем сегодняшнем обзоре из новинок ассортимента тепловентиляторов Timberg – это тепловентиляторы серии Air Pro. Серия представлена моделями в классическом черном, ярком белом и благородном сером цвете и выполнена из экологически чистого, качественного пластика. Сразу же обращает на себя внимание необычный дизайн корпуса, выполненный в лучших традициях современного промышленного дизайна. Эффектная сферическая форма прибора моментально приковывает к себе взгляд и делает этот прибор по-настоящему интересным и желанным гостем в любом интерьере. Мощный спиральный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт, крыльчатка вентилятора специальной формы и двигатель с увеличенным ресурсом работы выводят производительность прибора на абсолютно новый уровень, позволяя мгновенно создавать комфортную температуру в помещении площади до 22 квадратных метров. Если же в интенсивном обогреве нет необходимости, вы можете переключить прибор в экономичный режим работы на мощности 1000 Вт. Какую бы модель тепловентиляторов из этих трех новинок вы не выбрали, можете быть уверены в одном – вы приобретаете функциональный и качественный прибор, который будет надежной защитой от холода для вас и ваших близких. Делайте свой выбор, ведь Timberg – это умный выбор.